По данным Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 февраля и ночью 15 по области ожидается снег, местами сильный, метели, усиление ветра 18-23 метра в секунду, местами порывы до 25 и более, похолодание, на дорогах снежные заносы, гололедица. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и обрывом линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли созданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.